Команда КВН «Сборная России». Сейчас выступаем на расслабоне. Не, ну а чё? Мы на своей территории, чё напрягаться? Перед кубком позвонил Горбачев. Говорит, это правда, что вы опять все республики собираете? Я говорю, ну да. Он говорит, а долго это будет? Я говорю, ну часа два-три. Он говорит, ну тогда я к концу подъеду, развалю. Вечер. Мы как бы немного извиняемся. Сильно извиняемся. Даже сильно. Мы как бы понимаем концепцию нашего выступления. Сборная России и все дела. Но нам обязательно вот в этом выходить. А что вас больше смущает? Что это русское или то, что это женское? То есть это еще и женское! Я тебе говорил, не надо соглашаться сюда ехать. Да, ты был прав. Ты как в озеро подглядывал. В воду глядел. И это тоже, да. 49 лет КВН! Все веселятся, отдыхают, всем все нравится, кроме меня! Я не буду одевать этот костюм! Почему? Там внутри кто-то есть! Это М-ка! Неприталенная, посмотрите, мне не нравится. Есть какие-то нормальные костюмы? Есть нормальные костюмы. М-ка, Л-ка, XL, подошьем, сделаем приталенный, клеш можем сделать. Не надо мне женский костюм, я лучше медведя одену. Да как ты оденешь? Тут я вообще-то. Дима, что за костюм? Я же тебе сказал, одень что-нибудь русское, народное. Да потому что ни в балалайку, ни в калашников я не влез. Так, все, стоп! Хватит уже тему костюмов педалировать. Караул, они нас еще и педалируют! Здорово, крепостные! Ладно, мы к барину. Александр Васильевич, короче, такая тема. Приехали в Москву, сидим возле памятника Пушкину. Ломаю голову, что подарить КВНу на день рождения. Ломал, ломал. Короче, вот голова Пушкина. С днем рождения! О тебе мечтал Париж, о тебе Нью-Йорк. Так, успокоились. Товарищи, давайте по делу. Значит, я договорился. Ансамбль «Золотое кольцо» заявление из милиции забрали. Дело закрыто. Можем все это снять и расслабиться уже наконец.